Hello everyone, right now I'm gonna go to the Russian post office and I need to send this huge XL box to one of my friends in Petrozavodsk, Karelia, and a bunch of letters to you guys. So I'm gonna teach you how to use Russian post, which is rather simple and cheap. The video will be in Russian, so you can learn some useful vocabulary, but if you don't speak Russian, use subtitles. And don't forget to subscribe to my channel. Let's go! Вот вывеска «Почта России» и их логотип. Заходим. Здесь нужно взять талон. Электронная очередь. Выбираем «Отправить», «Почту по России» и «Посылку». Получается талон B007. На коробке мы пишем, от кого посылка. Я пишу свое имя в родительном падеже. От Дарьи Молчановой. Смайлик. Потом пишем, откуда, и номер телефона, и дальше, как обычно, конечно, двуглавый орел. Работники почты принимают посылку, потом они взвешивают ее, видите? И потом посылку готовят к отправке. Ее надо обклеить скотчем и написать дополнительную информацию. А в таких пакетах можно отправить что-то небольшое, например, книгу. На почте можно купить прессу, журналы, газеты. Здесь много всего. Открытки и даже есть банкомат. А здесь лотерейные билеты. Видите? Государственные лотереи. Это работник почты вносит информацию о моей бандероле в компьютер. Все очень медленно. Вот она лежит, ждет, когда ее отправят. И про цены. Посылку по России стоит отправить 614 рублей, а письмо за границу 45 рублей. Письма надо положить в специальный ящик. Вот так. Опускаем. И в определенные дни их заберут. Еще здесь продаются открытки для разных праздников, какие-то игрушки, машинки даже. Видите, фирменные машинки «Почта России». И разные книжки и пазлы. So that was pretty fast, took about 10 minutes. And if you have any questions, leave them below this video. I'll be happy to answer. See you next time. Bye-bye.